вечер, дорогие друзья, с вами Марина. Захотелось мне показать свою бижутерию вам. Все показывают бижутерию, и я решила. У меня, конечно, она в основном вся старая. Ну, вот сейчас посмотрите, вот такой у меня сундук. Красный, с любимым принтом. Таким змеиным. Вот. И вот такая у меня здесь бижутерия. Вот в этом вот отделении. Вот в таком мешочке, что здесь у меня. А это вот такая вот в Эйвоне была штучка. Такая симпатичная. А даже, может быть, и не в Эйвоне, а в Орифлейме. Я даже уже и не помню. В общем, это было очень давно. Но она вот до сих пор такая симпатичная. Вот такая звездочка. Цветочек. Вот на таком шнурочке. Так симпатично смотрится. Мне она нравится. Летом я ее ношу, в общем-то, с какими-то платьями определенными. Вот в этом кармашке у меня вот такие серьги. Ну, я вот прошлым летом покупала их. Это вот отдыхать ездили, я брала. Вот такие вот шарики. Здесь вот цветочком надевается вперед. И вот такие вот сережечки. Очень симпатичные. Так. Вот здесь у меня еще валентинки лежат. Хранятся. Так. Такие вот сережечки. Ну, обыкновенные, простые. Тоже я их, в общем-то, ездили отдыхать, когда покупала. Совершенно недорогие. Какие-то вот так, с какой-то такой, как проволочки, что ли, сделаны. Вот. Что здесь у меня еще? Такие вот сережечки. Вот они прикрепились друг к другу. Могу я их крепить. Вот такие. Вот они. Когда на них свет падает, они так переливаются. Такие вот сережечки с такой капелькой. Совершенно простые летние. Когда ездим отдыхать, я вот беру с собой бижутерию. Золото уже оставляю дома. Так в основном как-то в золотых вещах хожу. Вот такой вот цветок на шнурке. Так вот свалился он у меня. Так, ну это здесь такой вот воротничок. Это я с черным платьем одевала когда-то. Такой вот. Давно уже не одевала. Так, вот такое у меня. Такие серьги. И вот к нему такое вот как
колье, или я даже не знаю, как это назвать. Бусы. Ну, то также вот покупала я как-то на Новый год. Потом брала на отдых, на дискотеку ходили, так оно переливается. Можно, конечно, даже на водолазку надеть такое вот украшение. Здесь такие цветочки. А вот эти бусы, это им, я не знаю, это с советских времен. Их, по-моему, было даже 3 ряда. Ни разу я их не одевала. Это чехословацкие бусы. Вот. Почему-то у меня такой образ Лисы Алисы в этих бусах. Ну, раньше как-то в дефиците все это было. И, не знаю, так вот. Это даже мама, по-моему, моя покупала. И так лежали они у нас. И вот лежат теперь у меня. Вроде бы и выбросить жалко. И носить я их не ношу. Такие вот бусики чехословацкие. Так, ну вот такое сердечко тут с турецким глазом. Это в Турции мы покупали. Надо же что-то привезти. И вот. Что-нибудь купишь обязательно. Это уже одевала буквально несколько раз. Вот такое вот украшение. Это как бы под горло, под шею. Ну, тоже недорогая бижутерия. Вот такие вот бусы тоже уже давным-давно я их покупала. Такие вот стекляшечки. Также носила с водолазкой, с рубашкой. Вот такие бусы. Такие они мягкие какие-то. Можно их на узел завязать, там с черным платьем. Вот. Что у меня еще здесь? Вот такие вот. Даже здесь запуталась. Сейчас я поставлю камеру. Вот так они смотрятся. Это также на рубашку на какую-то, на блузку с воротником, ну или даже на водолазку. Вот раньше я носила их, часто одевала. Так, что тут у меня еще есть? Такие вот деревянные бусы. Тут с янтарем. Камешек янтарь. Это из можжевельника. Такие вот бусики. Ой, а вот эти вот деревянные бусы, это очень давнишние бусы. Это, по-моему, мне даже было лет 17, когда я их или купила, или кто-то мне их подарил. Вот. Деревянные бусы. Вот здесь такое сердечко, там тоже крутится. Вот, до сих пор они у меня лежат. Это вот с чехословацкого стекла.
Это также мне было, наверное, лет 18. Это мне первый муж дарил. Это когда мы с ним встречались еще. Конечно, уже все потускнело. Но вот, как говорится, лежит как память. Уже прям раритет какой-то. Так. Еще такие бусы. Это листочки. Такие ажурные листочки. Бусинки и цепочка. Такой браслет. Лисинки это в Турции покупали. С таким принтом. Леопардовым. Такое вот ожерелье вот под жемчуг. Это я покупала на Новый год. Тут уже почти вокруг шеи. Вот у меня был такой скрепа брючный костюм, широкие брюки. Корсет такой креповый с качелями в горошек. Темно-синий, белый горошек корсет. И вот такие вот. Такое вот ожерелье я одевала. И вот такие вот серьги. Так, ну это новая бижутерия, я уже ее показывала. Но это даже вот искусственный камень. Цветок жизни. Называется. Это вот из недавних. Вот такой комплект. Вот такая цепочка с кулоном. Такие вот серьги. И браслет. Так, еще что у меня? А, здесь у меня золотая уже брошка. Как-то я уже про нее, да, забыла. Это мне супруг дарил, когда мы с ним встречались. Брошку что-то я редко ее надеваю. Вот она золото и белое золото. Вот. Как-то здесь очень хорошо видно. Вот и все, бижутерия моя вся. Там еще у меня есть, я уже видео снимала и с камнями я заказывала на сайте. Это можете посмотреть в моих прошлых видео. Вот и все, пока-пока. Вот здесь у меня такая сова сидит, такая мудрая, такая сказочная. У меня муж любит сов собирать. Вот у нас много сов. Такая, такие вот еще совы у нас есть.
разными выражениями своих лиц совиных. Ну все, пока-пока.